Как вы относитесь к ЛГБТ? Негативно. Бог придумал мужчину и женщину. Главное, чтобы не признавали. Ну, я считаю, что это не должно быть на показуху даже. Я к ним не отношусь. Что вы думаете о ЛГБТ? Я, честно говоря, ничего не понимаю. Как вы относитесь к ЛГБТ? Нейтрально положительно. Да, я тоже. Что ты думаешь о ЛГБТ? Да ничего я не думаю, я не прилазил, я нейтрально отношусь. Что есть, что нет. Какое ваше отношение к ЛГБТ? ЛГБТ абсолютно нейтральное, но только тогда, когда не устраивают какие-то парады. Ну, я скажу сейчас очень, мне кажется, жестко, но типа каждый человек имеет свое решение, но самое главное, чтобы это решение не распространялось, например, на моих детей. Я не хочу, чтобы мои дети видели, что так можно и только так нужно. То есть понятно, что когда человек становится подростком, он уже сам выбирает, каково у него отношение. Но я хочу, чтобы у нас в России было меньше. Потому что это уже становится очень много среди нас, и ну, меня это напрягает. Что вы думаете об ЛГБТ? А есть ли у вас друзья ЛГБТ? Да, очень много, почти всех. Да. Как вы относитесь к ЛГБТ? Нормально, у меня друг гей. Ну, у нас такие там шуточки подобного формата. Мне окей, не прыщи. Окей, не прыщи. Что вы думаете о ЛГБТ? Ну, в целом я спокойно отношусь к этой истории. У меня есть некоторые друзья. Вот, а в целом, ну, это личное право человека. ЛГБТ? Нейтрально. Меня это не касается. Главное, чтобы и меня лицом в это не тыкали, и все остальное меня не беспокоит. Пусть живут, как хотят. Как вы относитесь к ЛГБТ? Вообще заебись. Заебись. Что вы думаете о ЛГБТ? Нейтрально отношусь. Никак. Сейчас нейтрально, но к знакомым, которые относятся себя к этой, ну, да, к культуре ориентации, спокойно совершенно. Что вы думаете о ЛГБТ? Поддерживаю, я сам являюсь. Я трансгендер. Как вы относитесь к ЛГБТ? Почему все время один и тот же вопрос? Посмотри на меня. Я не могу к ним негативно. Если бы у меня вообще были союзники, то это вот ЛГБТ плюс, ребята. ЛГБТ, ЛГБТ-Q плюс. Обычно. Обычно это что-то? Вообще не так. Вообще не так. То есть... Интересные люди. Интересные. А вот натуралы неинтересные, да? Интересные. Тоже интересные. Да. Разница вообще нет. Да, мне не нравится. Мы ответим. Что вы думаете о ЛГБТ? А что с ними? А что не так? А что случилось? Ваши отношения. А что с ними не так? Что случилось? У нас с ними нет отношений, но в целом нормальные ребята. Негативно. Почему? Потому что Бог придумал мужчину и женщину. Как вы относитесь к ЛГБТ? А я к ним не отношусь. Положительно. Я не стою. Как вы думаете, в какой стране живут самые красивые женщины? Украина. СНГ, ну, типа, страна СНГ, славянки. Но потому что они нам нравятся. Ты спросил узбека, он... Я украинец! Я украинец! Красавчик. В Украине, да? Я прожил там 10 лет. Как вы относитесь к ЛГБТ? Нейтрально. Максимально. Отрицательно. Чему отрицательно? Ну, я считаю, что это не должно быть на показуху. Даже если люди, я не знаю, там, геи, лесбиянки и так далее, то это не стоит на публику выставлять. Потому что, ну, типа, кому это вообще интересно, кому это вообще надо? Я не знаю, гетеросексуалы уже не ходят и не устраивают, я не знаю, парады. Не кричат о том, что вот смотрите, мы пара, я не знаю, натурал. Ты смотрел как бы некоторые выпуски хотя бы с интернета? Про что? Ну, про ЛГБТ в целом. Типа, нет, многие... я не интересуюсь, типа, зачем мне это? Мне это не... Есть же фанатики, типа. Много фанатиков. Сейчас
в мире идет вот эта толерантность. Я считаю, что это вообще лишнее. Если человек гей, то об этом стоит просто как бы, ну, замолчать и... Ты гей, окей. Типа, делай, что хочешь, но не стоит об этом просто высказываться на общее обозрение. Я могу тебе так сказать. Все геи не любят об этом рассказывать или показывать. Они выглядят ровно так же, как и ты. Блядь, нет. Плане... Что ты думаешь о ЛГБТ? Да ничего я не думаю. Я не прилазил, я нейтрально отношусь. Что есть, что нет. Как вы думаете, в какой стране живут самые красивые мужчины? Я смотрю на него в зеркало каждый день, поэтому у меня не возникает вопросов на этот счет. Россия. Что вы думаете о ЛГБТ? Толерант. Да, я тоже. Это их выбор. Да. Все мы вправе выбирать. Главное, чтобы были какие-то чувства и так далее, вне зависимости от пола. Что вы думаете о ЛГБТ? Все отлично. Им нравится, пусть занимаются этим. Меня не трогают, и слава богу. Как вы относитесь к ЛГБТ? Я отношусь к этому достаточно положительно, можно сказать, позитивно. Потому что каждый человек имеет право на счастье. И вне зависимости от пола. Если ему хорошо с девушкой, то хорошо. Если ему хорошо с мужчиной, то тоже имеет место быть. Самое главное, чтобы это не переходило в какой-то культ, в какую-то идею и не было навязано извне. Что вы думаете о ЛГБТ? Нормально. Толерантные. Мы СЖВ, блядь. Да. Хорошо, никаких вопросов нет. Угу. Может, главное, чтобы не голосовали. Втроем вот так. Как вы думаете, в какой стране живут самые красивые женщины? Украина. А мужчины? Вопрос, я не знаю. Не знаю. Корея. Что вы думаете об ЛГБТ? А есть ли у вас друзья ЛГБТ? Да, очень много, почти всех. А как вы считаете, в России больше отрицательное положение или положительное? Как вы думаете, в какой стране живут самые красивые мужчины? В Европах! Там мужик! Вот так вот! Вот мужик хороший там. Ну. Без комментариев. Вы встречались бы с иностранцем или с русским? Вот если выбирать страну, мне очень понравились мужчины и женщины тоже, в принципе. В Зимбабве. Они все такие роскошные там. Прям смотришь и глаз радуется. Subscribe to this channel, please.